Александр Николаевич, просьба подвести итоги встречи. Наверное, скажу так, что это была, наверное, одна из лучших игр по содержанию, по командному, да. Но, к сожалению, две грубейшие ошибки индивидуальные привели к такому результату. Так, ребята молодцы, конечно. Вышли, играли против хорошего соперника. И настрой был хороший, и содержание игры, говорю, хорошее было. Но, к сожалению, так бывает. Это хоккей. Малейшая расслабленность, малейшая недоработка. Получается то, что мы получили. После игры что сказали команде? После таких игр особо что говорить? Нечего сказать. Поздравляем с победой. Как оцените сегодняшнюю встречу? Спасибо за поздравления. Хороший соперник. Хорошая игра. Понравилась. И по движению, и по самоотдаче, и по самоотверженности ребята молодцы, выполнили сегодня установку. Ну, есть момент, конечно, рыховатости, но ничего страшного, подработаем, будет еще лучше. А так, всех с победой, особенно, самое главное, это болельщиков. Очень сумасшедшая поддержка. Ну и ребята как бы отплатили хорошую игру нашим болельщикам. Все, две победы, они, наверное, в эмоциональном плане как-то должны помочь. Ну, как говорится, гора с плеч немножко слегла. Ну, конечно, потому что до этого началась домашняя серия, да, и с Ижевска начали уже, и игру хорошую показывать, эмоционально то, что мы требуем. Но где-то не везло. Сегодня, даже проигрывая после двух периодов 0-1, все равно как бы не отходили от своего хоккея. Ну и вознаграждение на 2 гола. Да, сейчас отдохнем. Завтра целый день выходной, потом катаемся. И тяжелую еще поездку. Тяжелая игра была. Это ребят, может, себе чуть-чуть не хватало. Где-то чуть-чуть подсели. Ну ничего, выстрели. А так, ну конечно, когда поражение, конечно, команда как бы делает все правильно, все и играет хорошо, но результат не тот. А вот эти две игры, и игра хорошая, и результат хороший.